сегодня День знаний. В Татарстане в этом году за парты сядут 56 тысяч первоклашек, а всего в республике в школы придут 430 тысяч ребят. С 1 сентября татарстанцев сегодня поздравил Рустам Миниханов. За минувшие сутки в Татарстане зафиксированы 27 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в республике с начала пандемии по нарастанию зафиксировано 6536 заболевших. В новом здании Национальной библиотеки на время перевозки книжных фондов организованы экскурсии для желающих. Во время прогулки можно будет оценить читальные и выставочные залы, художественную инсталляцию. Наша рука помощи вашему бизнесу. Антикризисные предложения. Телефон 843-5705-100. Күтілмеген қунақ күттіріп кіне интернет шілтерлеріне вәкіліп жетті. Қазір бұл фильмнің барлық серияларын пайынлы ру сайтында қорап болады.